скоростей 800 км в час. Поэтому здесь серьезная наука. Да? Серьезная наука. Ну, вот это модель, которую полностью моделируем. Да? Ну, естественно, скорость здесь ниже, в принципе, не уедет. Да? Ну, вот можно сейчас управлять акулу, она будет работать. Да, ну, что он хватит. Где наши ребята? Да вон, что вы стоите. У меня пока ехал идея появилась. Сейчас. Ну-ка. Где наши ребята? Мне кажется, это была бы правильная идея. Начать, например, 20 спорта или отсюда, допустим, и проложить до этого самого эхопарка. Да, Лебежного. О, эхопарк, да? И вот, это было бы, смотрите, конечно, километров 10, вот, наверное. Вот террористы, смотрите, использовали. Террористы взорвали окно. Ну, допустим. Посмотрите, террористы. А, уже разорвали. Уже взорвали, ее нету. Ну, все работает. Быстро так. Все работает. Да. Понимаете? Только нету, можно трогать. Нет, здесь мало напряжения, у нас уже так осенний, здесь в данном случае на комнате. Ну, качает, понимаешь? Оно должно качать. Тошнить. Все качает. Нет. Вы масштаб представьте это самое, да? Я предлагаю, что когда вы поедете в Европу, посмотрите, как вас качают автомобили. Обратите внимание, здесь качают меньше. Мы комфорт умеем считать, и здесь комфортное движение, если добьет, а двойка. Это как вы сидите на диване и смотрите телевизор. Да? А вот этот промышленный, делаете, смотрите. Делаете все, мы хотим вас пригласить в наши комфорты. А потом мы съездим в Академию. Понять уже каким образом. Один вариант. 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 Метро 8 человек. Ой. Двери закрываются, да? Можно закрыть, если закройте двери. Да, и поехали. Где кнопка? А автоматика. Где ребята? Пусть закроют двери. Осторожно, поезд отправляется. Осторожно, съемку стукнули. Все. Все, поехали. Причем оно вот примерно такое вот ощущение, да? Во время езды, да. Можно съесть? Не, ну, если это будет работать, да, да. Так оно будет так работать. Вот у меня мысль, допустить отсюда и до аквапарка. Запросто. Так давай, давайте, вот проект давай, конкретный. Главное, это будут использовать. Давайте сделаем это с Академией наук и действий. Да, ну, это почему ну, давай, ну, надо подумать, давай, приходите. Как? Давайте. Идея в этом, конечно, да, я, сам, да я вас не принял, я вас не принял в научную эту самую. Почему? А потому что, я же знаю, это такая давняя наука. Надо какая сейчас разница? Давай, вы знаете, работать в институт машиностроения пойдем. Так? Ну хорошо. Вот они занимаются сейчас электромобилями. А это бессмертный труд, как говорит Циолковского. Причем из науки не имеет. Ладно, ладно, я знаю, книга хорошая, но она писалась. Она все время, да. Все правильно, не это. Но... Вот этот плакат у меня был синенький такой. Да, синенький. Поэтому... Не, ну так комфортно, конечно. Да. Так это скорость 150 км в час. Я вам скажу, что даже вот этот дизайн можно перенять. Конечно. Для некоторых вещей. Почему его не используют, скажем, на вот обычные... Не, а почему пол зеленый, знаете? Потому что на высоте 10-15 метров, если сделать черный пол, можно аустрофобия. Да. А, ну да, это естественно. А когда земля, вы высоты не будете бояться. Нет проблем таких. Да, да, да. То есть ощущение, что вы на земле стоите. То есть не страшно на высоте. Да, да, сразу ощущение травмы. Она же будет ехать бесшумно. Работа психолога. Самое главное, Анатолий Дарович, психолог. Я его знаю, меня же убивает его, что всю жизнь эта идея ходит, понимаешь? Другому бы сказали, и он бы отвалился. Не только говорят, дела, заводят уголовные дела. Ты же написал в этом журнале, что уже... Уголовные дела заводят, они до сих пор статьи действуют. Да кто это? Литва. Президент объявил мне русский шпион. Я приехал в Литву, чтобы нанести удар по НАТО. Кошмар, кошмар. Ну, в общем, может, и это... Да. Сергей Анатольевич, а теперь в юнибайк. Здоровье. Да, это похоже на ее мобиль. Нет, это круче. Нет, на второй. Можно покрутить, нет. Можно покрутить педали? Нет, тесновато, наверное. Нет. Вы знаете, один немец толстый сел, вот пиво выпил. Закрывайте второй дверь, я буду крутить. А, подожди, можно ехать? Конечно. Да. Вот за счет этого можно 60 км в час сделать. Да? Вот за счет этих... Аккумуляторы добавляют до 150. А у первого есть уже? Нет. Мы, если надо, поставим. Нет, это мы просто не надо поставили. Можно оплачивать проезд. Во-первых, да. Можно оплачивать проезд. Надо городские власти призвать. Так, другой вице-премьер. Знаете? Кто? Калинин? Калинин, он же курирует. Калинин. Ну, Министранспорт. Так вот, Министранспорт наша организация, как будто мы прокаженные. Да? И когда вице-премьер сказал, что...
Сивак, да. Сивак. Ну, это наш конкурент. И когда... Да, да, они воспринимают так. И когда... Нет, Калинин сказал, что поручение президента транспорт поднять на второй уровень, и он говорит, вот же это. Не-не-не, в курсе. Так испуганно. Да. И вот тесновато, нет? Нет. Это специальное пространство, индивидуальное, комфортное. И для того, чтобы получать скорость 150 км в час, нужно мидаль маленький, иначе пошло бы не скорее. Поэтому здесь все оптимизируем. Да. Космос. Да, так это фитнес. Вот представляете, вы едете на работу и занимаетесь фитнесом. Да, оно вот подвесное, там два рельса. А, ну как разъехаться? Двухпутка. Нет, это... То есть едет двухпутка? Да. Вот смотрите, вот рельсы, вот посмотрите, вся дорога. Президента привезет? Да. Конечно, ему надо кушать. Завтра у нас открывается конференция по механике. Где книга? Может, сейчас... Нет, завтра. Решение президента. А я сейчас книжку заберу. Допустим, вы вот молодежь не знает, но я вам скажу, вы знаете. Анатолий Эдуардович в свое время был здесь, когда ее было в наличии, и здесь фамильно всех. И вот все в Гомеле сидели. Да. С Волком до сих пор дружим, так сказать. То есть он приезжает, наш инвестор, наш друг, партнер, да. Он поддержал. Видите, какой год? Да. И мы фактически выручили. Мы, я выполнил поручение. Не правительство. Оно замотало. Я уехал. Ни копейки у вас. Сейчас, когда я нашел финансирование, меня стали взывать жуликом в белорусской же прессе. Мошенники, жулики. А у нас сейчас, знаете, 100 тысяч инвесторов из 80 стран. Мы, как обещали, показали. А вы знаете, я скажу про динамику. Вот говорите, нет науки. Нет, а сейчас скажу цифру. Мне удалось улучшить динамику, потому что транспортные автомобили 10 раз. ЦИКС, предел теоретический, 0,04 ЦИКС. У нас Жуковского, да. И это продуктов в трубе аэродинамики, чтобы вы поняли. Да. Видели? Я подавал цифру. Так вот, переводим в энергию. Если электрическую энергию перенести в видео, то расход топлива на 100 километров, то стоит 100 километров в час, 0,7 литра. Взять 0,7 литра. Экономия, да? Да. Это разве не наука? Это разве не наука? Да. Нет, это же не наука. Мотор-колесо не за модуль. Могу мотор-колесо повысить? Все возможно. Так, у нас секундочку, сейчас можно? Да, да, вы смотрите, это наше мотор-колесо, белорусское, мы сделали. У нас на Втроне делает мотор-колесо. Нет, у нас свое. Не, я понимаю, но у нас делают, надо будет сравнить. Вот 4 этих мотор-колеса дают 150 метров в час. Да? Да. И здесь, видел? 4. Тормозная система. Нет, все колеса проводят. Ну, понятно, для велосипеда дороговато, а для вашего будет хорошо. Один. Нет, так это все из-за того, о чем вот производстве. Плюс я вот подключу на колоссальные магниты. По-моему, китайский. Надо вас связать. Сделается еще лучше. Директор интеграла как раз. Давайте на что-то соглашение напишем. Давайте дружить. Давайте. Тем более, я знаю тему. Надо прийти, может быть, с председателем встретимся как-нибудь. И провести вас по всем нашим местам. Производство показать и базу научную. Сколько будет времени выставка? Три дня, но потом еще три дня будет. Вторая выставка. Вторая, но только вы остаетесь. Энергосбережение, мы остаемся. В этом же году. В этом году. Ну, другое место, но мы здесь же, да. Мы тоже будем. Нет, есть. На фоне юнибайка, наверное, тогда. А еще лучше, когда педали крутить. Не, ну это отдельно. У нас там кто только уже не крутил эти педали, да? Знаете, что вице-президент Сименса сказал? Вы посидел, поглядел, у нас кажется лучше, чем Мерседеса, да. Это было приятно слушать. Давайте, на фоне. Ну давай сначала большого. Давайте. У вас большая команда, я смотрю. У меня 280 рук. У меня сейчас людей больше, чем 100 тысяч.
2 года назад я был единственным сотрудником. Когда я приехал сюда. Как вам удается их кормить? Народ кормит. У нас 82 страны участвуют. Все есть. Можете поставить? Назовите хоть один проект, который бы... Я ваше настойчивое знание. Финансировал 82 страны. Понимаете? Сейчас, секундочку. А можно еще покрутить, очень, так сказать. Во. Мы по объему инвестиций в Беларуси принимаем какие-то парка. Да, парк на первом, так сказать, да, там. Мы третий. Да. Да. И вот посмотрите еще. Охранный модуль. Как раз вот. Охранный модуль. У нас много чего. Нет, это отдельно, температура, там сумма разберется, что приблизительно пройдет. И это, видите, он может за километр... Ну, я вижу, тепловизор где-то стоит. Да, да, стоит, тут есть. Да. Значит, он может за километр приблизительно это, если надо, сфотографировать, если надо, там... Ну, это для security, короче. Да. Еще он подъезжает, он мне говорит, он очень тебе. Он мне говорит. И есть система автовопорная, которая любого, когда вы под землю пытаются пройти, обнаружить. Еще мы это... Ну, надо тут вещи объединять. Да. Часть ваших идей мы можем использовать беспилотные авиации. Да. Так у нас тоже много интересных разработок. Так я же говорю, ваши разработки. Ну, да, да, да. Потом, когда мы станем научной организацией? Приходите. Ну, в следующий раз. Ближайший. А раньше этого раза не получится. Без вопросов. Ближайший раз. Без вопросов. Я подтвержу, что все видел. Все болеют. Мы вас еще на полигон привезем. А многие вот наши инвесторы. На полигон съездим. Да. Серьезно, если... На производство на завезем вас обязательно. Если вы тут приехали, с Украины, россиян много. С Европы. Даже такие одни вот. Не зря, я когда журнал, да, там моя совесть начала мучиться. Не, ну конечно, но вы правильно, все другое увидим. Это две модели, у нас целая линейка есть. Мы можем поезда делать. Мы презентацию сбросим. Да. Не, я думаю, мы сделаем так. Вы скажете, как утром. Ваше настроение. А в основном со мной борются. Знаете, сколько пришлось пережить? Ну, просто обидно. Я думал, вас жизнь истрепала, а вы еще так молодец. У меня младшая дочь через 7 лет. 7 лет? Второй раз женился. А была жена первая неплохая. Нет, ну, она не понимала меня. Да, но она устала. Да, и субы вот эти, там еще в то времена были. Что же, как обычно. Я был не ну, а сейчас что, я опять на родине, мы идем. Ну, родина, это как раз, мне кажется, то место, где должно быть. Не, именно то место, где должно это быть. Беларусь. Да. Тут и природа способствует, и... Нет, вот самое главное, знаете, что самое главное? Беларусь у нас подъезд. Есть, нам не мешает работать. Это самое главное подъезд. Вот и дальше что-то не мешает. Да, я понимаю, что как бы тут ни говорили, много, столько нужно сделать, а вы считаете, в таком ограниченном ресурсе двигается и не переставая. Сколько лет уже двигается? Ну, то школа, такая школа, что идти начало и понял. Если ее не пройти, вот я благодарен этим перипетиям. Ну, здесь же опять же, эту же вещь вы можете попробовать на подробную.
вариант, безусловно. Вы же сами знаете из меня. Вы же подавали на рубине, я делал полуборотку. Я не делал. А может нам зацепить? Слушай, у меня есть еще одна идея. Здесь сразу рождается идея. С нами сейчас компания «Алик», известная, аэрокомпания, крупнейшая китайская компания, делает совместное предприятие. Здесь им опасно, не воруют. Как бы не опасно, но у них деньги. И они могут действительно сделать. Вот, допустим, они сделают эту линию. На дрозды сделают. Они сами это делают. Это вообще вопрос. Если у вас деньги есть. Чтобы не мешали. Даже белорусы могут это финансировать. У нас здесь много человек. И проекты белорусы. Мне кажется, вот эти вещи. Конечно. Кстати, это краудфандинг, который у нас нет закона, который разрешает. Так, мире это все есть. Что мы будем делать? Может, я что-то лишнее говорю? Нет, там все будет корректироваться. И это все внутреннее, поэтому за это не переживайте. Надо будет кое-что подрезать. Что я такое услышал, скажем? Нет. Хорошо. А в Берлине было достаточно. Ну там было столько людей, что советы рядом Siemens, Mitsubishi, они приходят, слушайте, а чем вы заманиваете? Нет, как вы заманиваете? Уведите, скажите, что у вас за маркетологи? Чего вы тут продаете? У них бесплатные сосиски. Вот смотрите. Сосиски. Приходили, говорит, модуль можно себе на ночь? Можно. А, немножко дорогой. Я же вижу, тепловин за один чего стоит. Сколько стоит? Говорит, на даче можно? На даче. Меньше. Да. Слушай, еще вам надо добавить очень хорошее программное обеспечение. Да, столько возможностей. Мы сделаем, сделаем. У нас же есть кому это делать. А представляете, какие у нас тоже программы? Думаете, это все закопано? Это все с одной стороны. Зеркало можно смотреть. Дорогой, ну я такой же самый чудак. Ты знаешь, что я сделал там на сторону поскольку 15 стран поставляли, видим на размере трехмерно, классное программное обеспечение. Лабораторную мышку? И до сих пор. Шкафка у меня своя была, своя. В 2002 году я приехал сюда. Вот, значит, через 5 лет стал сам зеркало. Еще через 2 года. Здесь уже 2 года назад. Да, и где бы болтался все это время. Только 2 года назад. Так, почему? Потому что когда мы туда меня замотали по этому министерству, более того, одно министерство, мы были капаны, а мы сказали. У нас. Есть человек. Конечно, всем. Там врачи снова получили. Есть человек. Да, я не повысил. А там тоже все уничтожили, когда прибежал президент. Я туда уехал в Астану, там мы все отняли, где Боровский закон. Я оттуда приехал в Литву. Поделали документы в специфике? Подписи, печать, ну ряды все закон. Можно диссертацию писать. Все. Имущество даже вещи забрали. Чтобы понимать, я 7 раз начинал смотреть. Все отнимаю. Последний раз вытянул. За нуля. Что за дело? Миллион долларов до сих пор завез. Дело уголовное до сих пор не закрыто. Имущество все забрали там, да? Землю забрали. Свободно его все. Мы получили службу там земли, купили деньги, 400 тысяч долларов. И нас все это забрали. Я ехал сюда, и я был единственным сотрудником 2 года назад. Сейчас 250 тысяч. 2 года назад, да? 2 года назад. Да, даже на этом вот возможности у нас офис надо подъедет. А рядом здесь? Наша разработка, которую я не озвучил. Так, визиточка. На слуху, допустим, Илон Маск со своими автомобилями. Она тоже автомобиль. Ее лучше Так вот сейчас... Вот вы этим пугаете. Не говорите, что в 10 раз. Сразу... Нет. Все решатся. Не в 10, а в 2 раза. Не, мы говорим, а зачем играть? Понятно, но не давите. Так я не давлю. Возбуждает. Сейчас сопротивление возбуждает. Тогда вопрос, а почему Илон Маск не говорит? Почему он дает о вакуумной трубе, о скорости 1200 кг? Почему я не могу говорить? Я начал поработать 40 лет назад. То есть еще чего же не говорить? Так, это что, задача? Мониторить, нет, мониторить расстояние. Много чего.
ничего нельзя сделать. Потому что это у нас будет безопасно. У нас есть такие вещи, типа смотреть фигуры видения через снег, дождь. Так, друзья, с комментариями поаккуратнее, все пишется, поэтому нам это для монтажа понадобится. Ерунду не пишите. Мнение этого человека для нас очень важно. Сименс удивлялся. Глава Сименса, вот Анатолий Дарович. Вице-президент пока. Да. Только еще педали спереди надо добавить. Пускай все крутятся. Ну понятно, это нетрудно. Это куда все собрались? Добавить нечего. Вот это все белорусские материалы, все наше, родное. Ничего, ничего. Мы сделали на своем производстве. Такие вот качественные, даже, собственно, работы. Формы сделали. А вы знаете, вот такие штуки они были. Я думаю, это очень сложно. То есть органически. Такой срок сделали. Когда Сименс сказал, сделайте комиссию. Анатолий Ильич, его обманули, ему сказали год, потому что он бы не поверил. Он и год не поверил. Да тут любая панель очень сложная. Особенно, когда он сказал, что говорит, ну у вас макет хороший, а когда прототип сделаете? Ему Виктор говорит, это уже действующая модель на испытание встает. Промышленный. Мариной горки будет нечто такое, да? Нечто, вот он будет бегать. Он три раза спросил, откуда вы? Не поверили. Не столбите Беларусь. И так, все, никаких Австралий, никаких. Кстати, Каспарт, вы откуда? Ну расскажите. Да, он говорит, вы откуда? Мы говорим, Беларусь. Он говорит, Россия. Да. Он говорит, нет, это Беларусь. Второй, когда Беларусь, сказали ему, что. А третий, когда ему сказали, что вот эта машина будет ходить пролетом 400 метров без опоры и без удорожания путевой структуры, он дал визитку, сказал, я приеду обязательно к вам на испытание. Я сейчас спросил, вы откуда? Третий раз. Ну, ваш там километр. То есть у вас будет сколько? Три опоры? Нет, у нас нет, у нас три типа дороги. Там. Да. Даже четыре. Городская, подвесная, навесная. Продолжение будет высокоскоростная. Длиной 12 километров, 500 метров в час мы получим. Рядом будет идти городская, когда идет пролетом 40 метров, потом разворачивается, идет пролетом 200 метров, 400, 200. А рядом еще будет грузовая, где мы можем в текущей грузе объем перевозок до 200 миллионов тонн в год. Это две трансибирские грузы. Нет, два транс. Во многом. Но мы же не жулики. Если бы жулики давно сгорели. Или не псевдоученые. Все-таки уже 40 лет. 40 лет это стоит. Не, можно ли без науки это все сделать? Поэтому это серьезная наука. Да, любой элемент возьми. Даже вот создание формы. Это уже может прокормить. Аэродинамика какая. Не говоря про другое. Причем это продукт. Даже форма, даже дизайн. Даже это вот оставь. Это ведь даже кресло. Нет, так лучше. То есть ваши инженеры позволяют, например, вот допустим, делаем сейчас электромобиль. Вы можете поработать над дизайном. И нас нет, заедаться это становится. Нет, просто семья же это самое. Она смотрите, же... это кресло наше. Да, я вижу, что оно очень достойное. Нет, вы должны крутить педали, оно другое. Ну тут понятно, оно же не такая, да, так что мы лежат. Мы не только разработали конструкцию кресла, мы сами изготовили. Ну, смотрите, качество. Ну, шить, так вот, посмотрите, как. Да? Да? Или это заменить? Заменить, ну, ну, может быть, я... Загорелся. А давайте. Но. Только когда, чтобы я узнал. Ну, я не знаю, мы все очень заняты. Может быть, завтра, нет, может, позже. Поверьте, что в Беларуси такого не было. Ну, в любом случае, я буду показывать и журналы. Можете не еще быть. Один журнал это, для него, вот там, струнный. Как ФОС в свое время автомобилестроение создал, это новый офис. И вот да, почитайте, не, почитайте то, что было написано в документах, помощи капитулиса. Оно все ссылано на сегодня. Там почитайте, там все. Там все затекут, когда читаешь. Да, а где он вас видел? Он показывает. Потом я полгода работал с администрацией президента, добил всех успехов, тогда не сложно, это не просто, все были против, естественно. Потом поддержал помощник по экономическому факультету, меньше чего, написал ему служебную записку, я не мечтаю, я надеюсь, что мы можем продавать технологии, зарабатывать на этом миллиарды.
не сырье, а сырье. Тут же только интеллект. Да. А вот даже нулевой элемент ваш. Да, это вот отзыв оставьте. Один в один, да, то, что там стоит. Вот на счастье, видите? А это Белоруссия, кстати. На счастье потратим. Так, а для чего отлили? Для выставок, да? Нет, он стоит. Реально он заложен. Он стоит подожди, там. Где там? В Мариной Горке. А это я просто... Нулевой километр дороги. Один в один. Нулевой с Белоруссией. Вот. Тут будет Марина. Да, вот тут, вот здесь. Ну, понятно. Это центр Европы, чтобы понимать. Начало транспорта будущего начинается в Мариной Горке. Да. А центр Европы там несколько метров всего. Это вон участок, где мы вот это строим. Мы заложили его в 2015 году. Вот оставите? Да, надо написать. Сергей, что-то напишите. Да. Напишите нам что-то. Тоже Skyway, да. Ну, спасибо. Это ручка хватает. Нет, это именная ручка. Памятная, да. Сейчас. Алло. Алло. Я слушаю. Да-да-да. Ваш, да, ваш. А, вы уже свели все вместе, да? С другой стороны. А? Подожди. У нас же еще. Подожди. У нас же Гусаков сказал, пока не это на выставке. Кстати, приедь на выставку, здесь хорошие вещи. Может быть, вам интересно. А, на транспорт. Ну давай, посети. Хорошо, я понял. Хорошо, да, они вместе. Хорошо. Это книга отзывов. Сделал, я за это посмотрю с утра. Это вице-президент Академии наук Беларуси. Человек, который отвечает за такого рода инновации. Поэтому очень важно ему было показать, рассказать и узнать его мнение. Да, аккуратнее с комментариями, потому что у нас потом из этого монтируются фильмы, чтобы не вырезать вот эту вот всякую... Не, ручку как раз обязательно презентуем, потому что ручка скайвейская. Потом Гамаль.
Ну, ты глашен. Ну, да, большой там. Он даже участвовал, я тоже сейчас вспоминаю, у него подготовки к данным на его наказе. Это тоже квартира. Нам был уже диктофон, я бы записал. Прочитаем, прочитаем, сейчас не переживайте. Что не делаешь, что не делаешь, все хочешь. Главное, что не делаешь. Хорошо, хорошо, покажем. Анатолич, народ прямо это, что пишет, что прочитать, показать. Что прочитать? Сергей Анатольевич что пишет? Народ интересуется. А? Антонович. Чижик Сергей Антонович. Антонович, да, Сергей. Да, когда-то мы работали вместе. Да. А потом долгое время он был большим академик, профессор, доктор наук. То есть... Вице-президент? Нет, он запредседатель. Ну, сейчас председатель. Председатель. Причем в Академии наук больше физиков по механике нет. Он механик. Механик, да. Мы работали вместе в институте механики металлополимерной системы Академии наук Беларуси. Я тогда был начальником кадетного отдела, а он был... Остальные там связаны с экономикой, с философией, с историей, то есть... Это хорошо, что опять мы... Человек курирует целую отрасль нанотехнологии его там по всему страну. Сергей Анатольевич видел вот преимущества все эти. Это же подводная лодка, наверное. Потому что новая авиация. Вы видите, ученый. Да, потом ученый. У него логика мышления. Конечно. Что, да, это охранный модуль. Тоже суть, это же можно. Так самое главное, что модель, все да, наше, национальное. Да, белорусское, это угодится. Все белорусское. Это приятно. Да? Особенно после раскрытия онлайнера. Совершенно необоснованно. Мы были облиты всей грязью. Поддержка и понимание, что это действительно здесь серьезная наука, серьезная инновация. Вот моральная поддержка, она очень важна. Да. А остальное нам деньги не надо, мы ничего не просим, мы делаем это с помощью наших инвесторов. Да? Да, да. Поддержка нужна больше моральная. Моральная, да. Ну, от государства. Да, да, да. Вы как бы делаете. Когда сделаете, приходите. Да, хорошо. Придем, когда сделаете. Четвертое. Четвертое. Правда, не инкогнито, не ясно, кто написал. Правильно. Фамилия есть? Пойдет? Спасибо, конечно. Большое спасибо. Приятно, когда встречаются старые друзья. Единомышленники. Приятно. По крайней мере, вот эту книгу первую мне пришлось проверять формулы. Да, да, да. Было дело, да. Ну и ваше восторг. Спасибо вам. Бесконечно. Спасибо вам. Я тут немножко за оператора, ничего так сказать. Как... Думаю, что мы пойдем и дальше. Вы не будете лучше. Почему я? Нет, когда я хожу, начинаю. Нет, нет, это расстояние. Где я хожу? Я перестал ходить. По-белорусски разговариваю. Кому приходится, все начинают жить. Нет, они начинают быть противниками. Потому что хорошо, нет. Я в любом случае. Знаете давай почему? Так. Потому вы что мне раз пришел, раз, значит, что-то потом... хочешь попросить. Да нет, я, ну, а потом мы пойдем, такая. Знаешь куда? Пойдем на такое солнечное настроение. Да, а может даже экспертизу проведем, почему, пускай отзывы дадут.
Балабасович. Конечно, вопросы. Именно так. Да, давайте, я буду допустим социально. Да. Прошу принести объективные научные данные. Наукометрические данные, как сейчас говорят. Да, и пускай, если видят трудности, пускай скажут. С удовольствием. Мы все трудности знаем. Не все. Я понимаю, что за... А сейчас начнутся же ходовые испытания, они же все показывают. Да, да. Воин, он был лесопромышленник. Да, он видел проблемы в авиации. Да, но он делал. Преодолел. Да. Куча проблем со мной. Да. И Королев понимал трудности, создали двигателя. Он для этого вначале были матричные принтеры, мы радовались. А сегодня он лазерный, 3D. Или управление там, когда американцы внутрь. Там мощность ЭВМ, это как сегодня калькулятор. Да, но я... Да, еще несколько лет. И они же полетели. Ну ладно, привет от моей супруги, я ее не поменял. Да, ты же помнишь, что Надя была. Кожа. Да, задача, мы, конечно, ее продали. Иллюминатором кругом. Я, правда, съехал с того места. Там переместился в район Сержа вчера. Хороший место, и я пока держу. А я стал фиолетовым. Речка вот так, близко. Я фиолетовым стал. Как, параллельно? Да. Почему? Потому что у нас... Вы знаете, мы можем... Мы знаем, как сделать... У нас экологический вес. Чем это русская сырья? Да, да. С этого чтобы... надо жить. Нет, нет. Будем чтобы, когда мы перепашем асфальт и двустронные дороги, там почву надо восстанавливать. Садить на собой. Не, ну может падать. Это почва, которая занимается подошвы. Обязательно дойдет, обязательно дойдет. Нет, нет, нет. Нет, должно дублироваться. Она будет и та дорога, и плюс нельзя. Они сдуют. Нет. Почву убьют. Ну, может быть, когда-нибудь подальше. Почву убьют, и потом все Беларуси. Бонусы все меньше и меньше. Не знаем, как. Тоже торт превратить в бонус. Это отдельная тема. Не знаю. Это эксперты у нас аграрное отделение. Это наши лучшие друзья. Фамилия называется? Это бывший структурный. Знаю. Нет, он у нас работает. Нет, бывший. Давно не как называется это сейчас? Торф у нас занимается Иван Иванович Лиштман. Вот это земли. Нет, нет. Нет. Я боюсь ошибиться. Союз. Ну, можно Павловского спросить сейчас, хорошо. Ну ладно, ладно. Значит, Павловская, хорошо, хорошо, ладно. Нет, так даже у нас и... Да, у нас самое главное, у нас есть такое вот МПЦ по земледелию. Что касается земли, почвы. Академия Клапа, основной спец по почвам. У него он директор института почвоведения. Если надо. Если мы сами, можно сами? Да, пожалуйста. Как мы делаем без нитранса. Хай поглядеть, пощупать, понюхать. А он пусть попробует наши яблочки. Ну, яблочки. Уже есть классные яблочки. Недавно приезжал. Слушай, я тебе дам сливу от моей мамы. Ты такой сливы никогда не ел. Поэтому яблочко попробовать. Нет, помидорчик. Так вот приезжал недавно отец, премьер-министр Китая, этого Киристана. И попробовал все. Морковочка, как говорит, вы знаете, мы всем семье. Кстати, у них более, это не вкусно. Нет, более вкусные помидоры, как я не ел всю жизнь. Мы всем семье, да? Нет, на самом деле у нас почва живая, как чем мы сделаем. Не просто... Именно у вас, на вашей площадке. Да. Нет, мы знаем, как бонус получить сторону. Что такое, что такое? Да, если... Поможешь мне, я... Почву продать, торф нарастает. Ну долго растает. Нет. Он сейчас тысячи лет. Пока он нарастет, то уже никого тут не останется. Не надо горячиться. Хорошо, калина для времени, которую мы добываем. Анатолий Дорогович, давай мы тебя немножко будем притормаживать. Не надо, вот не надо, не мешайте. Жизнь. Потому что калийное удобрение мы тоже переделаем сейчас высокое уровня. Мы не продаем просто. Почва, это не удобрение. На почву добавлять ничего не надо. Мы сейчас забудем на зем. Когда вам надо, наново добавить. У нас есть на плане.
У нас черный зуб. Не надо. У нас черный зуб. Да, вот у меня некогда. Сделанный с Ильей. Хорошо. С органиком. Франции торфа. У нас торфа 10 килограммов. Очень много. Так вот, как раз его можно в цене поднять 1000 раз сейчас. Торф, да. Не переработка. Жрать его нельзя. Это преступник. Мы с него сделаем гумус. Ну вы, не только вы. Поверьте мне. Вам мешает. Ну, Эдуард Давидович, кончай. Да, есть спецы. Ладно, мы тоже спецы. Да, я понимаю. Да как вам мешает? Да. Все, ерунда, вот наш гумус опорушивается. Да, нам слышно. Тормозите, не тормаживайте. Да, хорошо. Ты же должен быть противовес. Вам будет легче жить. Вы пойдете быстрее. Тормаживать, ничего мы делать не будем. У нас и космическая программа, она развивается. Она тоже развивается. У нас есть линейные города, которые тоже развиваются. Да. У нас есть масса проектов, они живут и развиваются. У вас, да? Да, и чем сильнее нам мешает, тем сильнее мы развиваемся. Ты дальше. Подожди, лучше не мешай. Лучше помогать. Зачем? Вот вы какой-то мазохист. А помогать-то не хотят. Садомазохист. Нам нравится, чтобы вам мешать. Нет, не хотят помогать. Почему? Вот, а? Видишь, я настроен нормально. Но когда ты начинаешь говорить, что и гумус лучше, и космос тоже, и это начинается. А почему? Люди работали там, что? Тоже пикники. По 40 лет. Так хоть раз тоже говорит, а где шпалы? Ну столько лет работаем, где шпалы? Он сейчас ко мне, знаешь, кто идет? Авантюрист Сосновский. Знаешь, кто идет? Он сейчас, да вот он, Это от удовольствия. И он кинул через президента поменять все вещи. Ну что вы? Понятно. Ну, это ужас какой-то. Ужас. На поручение получили. Ну сейчас вот он мне звонит, я уже подъехал. Вместе. Я вам скажу, что смотрите уже не надо снимать. Да не снимать. Не перекатывать струны. Кстати, понадобится металл. Струны, да. Кстати, вот, кстати, может, рез штабелем к одному? Да, он же один из вариантов. Здоровенный. Нет, покажи рез. Ну, в сечении. Вот. Ну, один из таких. Ни шпал не надо, ничего. Хороший. Вот есть 300 тонн натяжения, это струны, это сформатурность. Да, бампер на пол. Это битюм. Причем струна здесь прогибана на пролете. Не металлоемкая. Нет. Он гораздо меньше, чем одна рельс. Чем рельс, да. Это вся дорога. Насыпь не надо. Не на одной рельсе. Здесь для одних. Вот у вас опасная ступенька, она тут... Нет, это противоскорбность. Вот нет. Место. Это не вы сделали. Это строители выставки. Так, давай я тебя вместе двигаюсь. Так, на такой ступеньке это часто сломалось. Не, я просто вас немножко советую даю. Ну пойми, у меня опыт уже. Страшно. Знаешь, я цитирую, один больше всего, а ну не больше. С моей статьи считают, они ссылаются. Какой я человек? Официально начинал. А я бизнесмен официально. Ну, в этом нету преимущества и недостатка. Я считаю, что в этом у вас нет преимущества, а у меня в этом нет. Уже намного лучше. С учетом, что некоторое время он кричал, что это уже наука и здесь ничего нет, то сейчас уже более лояльно. Уже во всяком случае хоть как-то. Кстати, у них такой занепад, как я ходил в какие-то каши.
Кошмар. На персточку. Стакан. У меня во Франции украли паспорта. У меня что-то не везет. Какая-то неприятность. Паспорта. Я 75 стран украл ни разу. Знаешь, из подстана. Хорошо, подожди. Я на соседе нашел. А где же там? Да, там страшно. Там, я вам говорю, стоят на кости. Красота. Борода такая. Это он показывает, как встречался с кем-то из лидеров, по-моему, Фидель Кастро. Поэтому его посмотрим в нашем машиноведении, где мы что-то сегодня. Они же знают мои вещи. Кто писал эту книгу? Я же не помню. Каретка, Вервинская. Кто еще? Да, вот струйный там. И расчет. Расчет это Бульдарова? Нет, так фамилия не помню. Это моя микрохакер. Я еще чего-то знаю. Вервинская и Савчук. Вот они есть, и Савчук. Высоцкий помогал. Высоцкий, да. Пойдем в Вилоинскую. Да, друзья, постараемся сделать. Итоги традицию нарушать не будем. Под конец, извини, байка. Нет, так давай кандидатскую. Так он был как раз моим оппонентом. В общем, есть на что вспомнить, конечно. По-человечески. Поддерживал реальная площадка. Да, это уже реально. Так это вот Марьина Горка и есть. Если вот там это моделирование. Да. Моделирование. А там сейчас будет вот посмотрим. В октябре, да. В конце октября. Мы можем сложить показания. Вы мне сообщите. Да, обязательно. В любом сможем. В любом субботу я езжу туда. Я пожал мне пруд, а у меня там склады. Я 500 там. Уже не 500. Нет, ну 4, ну 100 выжил. Может быть даже и не 400. Нет, там сторожа. Может даже 415. Нет. Сторожа, ловит рыбу, греет и так далее. И туда кидаем. То есть не ворует, а наоборот. Ну тоже надо хорошо платить, что ли? Нет, да нет, такое, честно. Нет, даже я думаю, что у вас вообще в этом написано. Чувствуется, что это замышленники. А в Берлине просто надо было видеть, сколько у нас там народу было. По 300 человек на стенде собиралось. По 300 человек. Зрители. А ваших сколько здесь? У вас ваших на стенде начали здесь. Нет, это инвесторы, да. Никакие инвесторы у них вот. Не, и сотрудники. Да, конечно. Сотрудников здесь. Сколько? Человек 10 сегодня работает. Я же угадал сразу, я говорю, у вас здесь человек. Вот наши офисы. Вот смотрите себе, пока все стало. Да, это вот там Лесовский. Заеду в офис. Почему нет? Когда? Скажите, когда? Значит, я вот пригласил зам председателя комитета. А где присутствует? Вот производство. Нет, просто я помню, когда он возглавлял комитет. Так он за или против? Он был тогда очень плохо. Нет, он в моей работе. Он мои работы сохраняет до сих пор. Да, у него же был Финит, вы вместе делали, помнишь, клуб Финит. А это что? А это вот завершение опоры. Это антенопоры. Антенопоры, где вот станция пересадочная, городской, на размере 12-18 метров, но производительность как бы Дубайского аэропорта. Всякое начало. Что? Станция такая? Да, завершение. Нет, это возможность ему показывать. Нет, максимально. Маленькая станция, но у нее производительность как у аэропорта. Это расчет. А вот наша цеха. Да, там с этажом этаж. А сколько он на стапелях? Шабана? Да. Вот здесь за 3 месяца.
Ну, это производство у нас мая еще не было. А электромобили там не делается, потому что мы сказали, что в Анах там тоже не интересно. Это не ваше. Есть, там они соседи. Электромотоцикл делают. Не, они сейчас машины делают. На базе будут на базе жилья. У нас есть тоже мы тоже делаем. Вот сборочный цех. Дай бог вам довести струнника. Не надо Нет, вот именно потому, что мы делаем все, мы привлекаем уже 500 тысяч участников, нет, они озабочены тоже будущее, они хотят, чтобы их дети жили нормально, да? Поэтому нельзя что-то одно делать, это правильно? Правильно. Поэтому даже то, что космос, это привлекает, а не отпугивает. Мы, кстати, в Берлине рядышком стояли. А что там никого нет? Так уже время подошло или ничего? Ну давай, пойдем поговорим. Так, ну я вас посопровождаю чуть, так сказать, как бы. Как я в Европе, мы уже не знаю. Директор, я знаю, молодец. Это мы в тупик, вот там, центральный квартал. Видите, первый, конкурент. Ну, конечно, ваш вот у нас был. Вам надо на эти вот, как они называются, эти дороги. Просто передать даже дизайн самокабинника, они на подъемнике горных. Нет, так у нас свои дороги. Так я понимаю, но пускай пока продавайте кабины, продавайте. Я же говорил, они не будут покупаться, это наши кабины. Почему не будут? Они не ставятся на их. Вы их гоните, сделайте так, чтобы знали. Это как делать под телегу или под бизнес. У нас один деятель пытался под ажбан подогнать. Говорит, давайте сделаем ажбан. Я повторяю эти идеи. Нет, потом он разорился. 2.30. Я, кстати, вам тоже подумайте. Я на этих скоростных дорогах, например, в Шанхай, Пекин, за 2.5 часа гонит 350 км в час. Это безопасно. У нас и дешевле в 10 раз. Дешевле в 10 раз. Нет, наверное, дешевле. Нет, у нас все расчеты. Мы строим, мы знаем все. Ну, надо довести до... Доведем, мы поэтому строим. Веды. Не боимся говорить о будущем. Не боимся. И это привлекает людей, на самом деле. Ну, они отпугивают. Конечно, это конечно. Пугает я чиновников. Согласен. Да никого не пугают. Что ты не любишь чиновников? Да. Чиновники, кто же их любит, а? Он меня обозвал чиновником. Не знаю, он наукой образован. В Академии наук я чиновник. Мы остались ученым. Как я бизнесмен, но остался ученым. Мне, конечно, сложно. Потому что у меня подчинение 113 институтов. Представляешь? Понимаю, это сложно работать. Да. Конечно, сложно работать. И газеты. Спасибо. Транстехника. Это институт у нас? Это научный сервис. Транстехника, я в свое время выступал там докладом. Коллеги. Это был. Да, спасибо. Транстехника и вложение вы можете посмотреть. А вы как научная организация зарегистрировались в Академии? Ну, конечно. Так это они же ученые, а мы-то кто? Мы же ученые. Их тоже надо. А вы знаете? Зал струнной технологии. Прекрасная экспозиция. Прекрасная. Люди там не выходят. Вы попробуй, зайдите в кабинку. Я когда-то вас выступал в 96-м году. Натурально. Надо сходить сам. И уже Мариной Горки запускает концерты. Я вас выступал в 96-м году. А потом поддержал меня Александр Борисович. Давно так было? 96-м году. Я уже был в Ну вы на вот этих... У меня была трибомеханика посыла контакта. То есть у меня там на своем космосе все. Да, ребята, у нас тоже трубаш контакт. Трансляция прямая. Да вы не бойтесь, так сказать. Я не... Более того, мы же
покрытие понадобится. Я знаю, что вам сделать с этим пылесосом. Нам проблема как с коррозией как у вас. А я знаю, как. Нам надо делать дюралевые колеса и наносить оксидироваться. Слой. И слой. Офис, а что такое оксид? Или не знаю. Это сапфир. Сапфир. Это сапфир. Сапфир. Это у нас такие секунды есть. Я тебе могу показать. Да. Вот такие получаются. Вот такая всякая запорная. Ну, это уже изолятор. Ну, да. Изолятор, да? Ну, надо думать. Да, наверное. Ходите к нам. Нерчики. Обязательно. Кто-то мудро придумал подарки. А вот, Илья, минут 10 перезвоню, хорошо? Все у нас, да, с нанесением логотипа любого, пожалуйста. Упаковка. Сувениры и подарки, скромные сюрпризы. Так вот вы визитку возьмете и каталог возьмете. Здесь надо закупать в ближайшее время. Ой, каталог большой. Это новогодний, мы являемся дистрибьютором по сочетанию новогодних подарков. А мы даже, по-моему, у нас что-то изучали. Вот, кстати, вы знаете, а может быть, вы знаете, да? Мы с менеджерами, я с менеджерами уже общалась, я визитки оставила. Я визитки вашим ребятам оставила. У вас масса интересных вещей. Ну, самое главное, у нас очень много своего производства белорусского. Из дерева, из стекла. Я, друзья, тут на камеру он наоборот. Визитницы, флешки. Можно ли приехать в горку? Всегда можно, да. А вы завтра будете? Завтра приедет, значит, у меня приедет специальный набор подарок, который для Федерации профсоюзов, который подарок, новее, скажем так, наших профсоюзов. Нет, они заказали, они приедут, завтра заберут, производство. Там, знаете, что будет? Там вот типа такой тематики, там будут большие бокалы. Нет, друзья, из онлайнера так никто и не приехал, когда приглашали. Вот. Сергей Антонович, мне не совсем правильно Сергей Анатольевич написал, Сергей Антонович. Это, значит, друзья, то, что вы сейчас присутствуете, это уникальная вещь. То есть это человек, который еще несколько назад не просто не принимал, говорит, что науки нет, что никакие-то, а сегодня вы сами видели его отзыв, его делать, так сказать. Конечно, друзья, вот один из таких переломных моментов, который сейчас происходит в технологии. Когда человек приходит, делает, посмотрел. Ну давай так. Во-первых, давай мы поставим это на выставку. Остальные интересы. Как мы пошел? Возвращение мы специально. В следующем году. Не-не, там слишком много подарков. Не-не-не. Слова не видишь. Не слышно. Не слышно, что говорится. Так. Ладно, друзья, давайте, так сказать, я действительно на расстоянии отойду сейчас, чтобы это самое, чтобы можно было спокойно поговорить. Игорь еще не приезжал, Хорст, только договариваемся мы с ним и с его товарищем где-то, наверное, в 20-х числах октября будем согласовывать время встречи. Нет, ну вы не скажите, пускай кто-то со мной будет, я же не буду их там искать. Но бывает иногда такого постоянно появляется, когда они подходят. Так, друзья, выставка уже закончилась, видите. Все расходятся. День отработали. Сейчас, наверное, можно сделать традиционное подведение итогов. Я
Все должно вылежаться. Сергей Анатольевич, а как считаете, а сейчас созрело? Думаю, что да. А вот особенно, когда уже в октябре у вас открытие, к концу года мы будем рассматривать, наверное, опять. Мы же набираем. Ну, я думаю, посмотрим, сколько портфелей. Если мы портфели штук 5 лежит, то повезем. Потому что из одной обычно мы разобираемся. Сейчас у нас 16. Не, а зачем вам это? Да месяц, 2000 лет уже, наверное, как бы ничего. Нет, это важно для наших пенсионеров, которые не 100 тысяч. Я вам что скажу, хорошую мысль такую, вы ее сами знаете, что попутно вы развили уже много технологий интересных. Конечно, я понимаю. Тем более, вот какие-то возможности наших производства подняли. Сергей Анатольевич назвал его красивым. Посмотрите, какая красивая машина. Смотрите, я не видел, что подобное. А качество? На десятки сделано. Сколько штук таких? На один образец, за 3 месяца. А, недавно. За 3 месяца. В мае мы только начали. То есть вы здесь сколько? 2 года, да? Да. Нет, так надо было до производства. В мае вы начали и сегодня уже не было. Да? В мае. А что ж вы показывали? Нет. Они общаются, друзья, сейчас очень хорошо общаются. Они не поверили, они сказали, что год это все делает. Иначе у нас... Вице-президент Синский, да нельзя заказать такую машину. Это макет. Он говорит, нет, это, конечно, образец. Мы думаем, что нам быть такой не может. Сюда еще добавить электроники, у вас это все есть. А ты же сказал, с IBM идут переговоры, сюда вообще Ватсона ставить. То есть это искусственный интеллект. То есть они как услышали. Видите, автоматика. И здесь же тоже автоматика. Но модель работает на автоматическом. Я понимаю. Но он может еще более мощным. Конечно, не то слово. Это платформа, туда можно поставить все. Конечно, это платформа. Это платформа. Ну все, добренько тогда. Поехал. Спасибо большое. Счастливо, удачи всем. Да, значит, я думаю, мы в ближайшее время пересечемся. А, вы меня еще. Все, спасибо. До свидания. До свидания. Пойдете сюда, меньше. Давай, так что. До свидания. Анатолий Эдуардович, ну как? Свое ощущение, то есть человек, который вас считал своим врагом, вы считали, так сказать, как бы, не то, что врагом, а недоброжелателем. Непримателем. Да, то есть как бы... Невоспринимателем. Невоспринимателем. И вот сегодня вот такая реакция, ну просто все видели, так сказать, все это. То есть человек, который сказал, все, теперь я, как бы это... Анатолий Ильич, поздравляю. Вот это очень хороший результат. Это второй человек в Академии. Это второй человек в Академии наук. Это вице-президент, ну как, зампредседателя Академии наук. Там председатель, зампредседатель. Треба его взять, блочок, слово. Кстати, он там дал отзыв. А, кстати, да, давайте, это, мне просили прочитать отзыв. Сейчас попробуем, друзья. Цигель. Да он просто в восторге. Да говорю, будем сотрудничать. Будем... Извиняюсь. Простите, пожалуйста, подойдите, пожалуйста, к гардеробу за одеждой. Да. Это, конечно, поразительная вещь. Человек, который говорил, что здесь нет науки, который всегда выступал против, который всегда, так сказать, это сегодня посмотрел, сделал. Вот, то есть это... А еще, когда он посмотрит, увидит, что это едет и работает, ну, тогда, наверное, вообще будет как-то... Конечно. Так что я просто обещал там показать, что... Все, спасибо. Нет, мы вас не снимали, не будете, так сказать, это... Нет, я только рада, что меня снимают. Уже привыкла к этому. Чижик, да. Значит,
прямом эфире. Я просто ему то, что у меня лилось, шло от души. Все образцы представлены на выставке, чрезвычайно высокотехнологичны. Можно гордиться, что это сделано в Беларуси. Особенно приятно, что работает сплоченная и квалифицированная команда. Впечатляет настойчивость и энергетика лидера. Знаю Анатолия Дарыча Юницкого с 80-го года. Вместе работали в ИММСБ белорусской. Это желаю, чтобы плодами струнного транспорта смогли воспользоваться не только в Беларуси, но и многие люди планеты Земля. Удачи, Сергей Антонович Чижик. Ну что, друзья, я могу сказать, для человека, который говорил, что здесь нет науки, это весьма положительный отзыв, и я могу сказать, что весьма достойно это. Большое продвижение. Это большое. То есть, когда такие люди такие признают и делают, что приходим, да, и как вы видели, в онлайнер покажите, что написал. Хорошая мысль. Надо действительно сфотографировать. Ну, считайте, я сфотографировал уже, так сказать. И надо этот отзыв отправить. Потому что. Кстати, Анатолий Дальше. А вот давайте, вот ребята пишут прямо в этом самом. Вот отзыв, на который ссылался онлайнер, что Чижик. Академия наук дали заключение. Не Чижик. Не Чижик? Академия наук. Академия наук. Безымянный. А вот зампредседателя Академии наук, Антон Ильич, отзыв. Второе лицо. И вот они предлагают, давайте это сфотографируем и прямо в онлайнер отправим. Видите, да, смотрите, впечатляет настойчивость энергетика лидера. Знаю Юницкого с 1985 года. Вместе работали в институте механики металла. Понимаете, система БССР. Особенно приятно, что работает сплоченная, квалифицированная команда. Да. То есть вот, друзья, что человек увидел на ваших глазах. Он не общался? Сколько лет он с вами не общался? Ну, фактически 28, наверное, 27 лет. 28 лет. И недавно, нет, так там есть другой эпизод. Два месяца назад мы хотели стать научной организацией, и Академия наук отклонила и сказала, что здесь нет науки. Подумаешь, там проволоку натянули, это наука, что ли? И по ней поехали. Это было два месяца назад. А сейчас, полное отрицание. А сейчас вот отзыв зампредседателя Академии наук. Поэтому почему, друзья, это очень важно, и Анатолий Эдуардович столько и времени, и энергии потратил. Потому что вот это как раз и есть, друзья, продвижение. Люди, которые не принимали, отрицали, были против, так сказать. Вот теперь пишут вот такие отзывы. Они уже партнеры, они коллеги. А слова, посмотрите, желаю, чтобы плодами струнного транспорта смогли воспользоваться не только в Беларуси, но и многие люди планеты Земля. Какие слова, так сказать, понимаете, удачи, Чижик, так сказать, это... С удобно, приемно. Абсолютно. Так что, друзья... Можно гордиться, что это сделано в Беларуси. Это, да, можно гордиться. Конечно. То есть, друзья, ну вот считаем, что у нас сейчас и есть с вами подведение сегодняшнего дня. Вот в итоге. Давайте я просто обещал в конце подвести итоги. Как бы, Антон Ильич, может быть, вы там буквально три слова скажете? Там, ну, я в первую очередь хочу обратиться к тем инвесторам, которые смотрят, к нашим акционерам. Мы делаем благодаря вам все это. Мы сделали. Если бы не было инвестиций, мы бы это не сделали. Были бы действительно болтунами и теми, кто только говорит, но ничего не делает. Благодаря финансированию, краудинвестингу, мы достигли таких успехов, которым, вот, как сказал второй человек в Академии наук, можно гордиться, что это сделано в Беларуси. Высочайшего качества. Делали за три месяца. У нас серьезно сейчас почетный коллектив, как тоже здесь отмечен. Тоже благодаря инвестированию, потому что нельзя содержать 200 конструкторов, не платя заработную плату. Да. Нельзя, не имея денег, строить. А мы строим. Мы строим три тестовых участка. И один из них первый мы скоро уже покажем. Да. Я думаю, в ноябре. Там не так все просто. Есть масса сложностей. Но мы их преодолеем. Как до этого и сделаем. Благодаря вам. И поэтому я низко поклонился. Спасибо. Ну, да. За помощь. То есть не надо комментировать, да? Вы видите, какие... Не вижу без очков. Я тоже, к сожалению. Просто... Там начали строиться школы. Вот это первая линия. Все, ну, то есть вот все, что пока вы говорили, вот все комментарии шли вот примерно такого... Наркомально. Вот. Казахстан вообще вторая моя родина. Время пришло, браво. Ну, скажи, автобусы. Верю. Поздравляю, молодцы, все отлично, спасибо. Вот, всегда появится второй степень. Ну, это скоро и другой модификации. Спасибо всем, браво, супер.
На Турновской будет сюда на симфонию играем. Спасибо. Мы с вами, вместе с вами. Мы вас любим. Я вас тоже люблю. Еще пуп земли. Турновской спасай планету. Спасибо, родные. Вы тоже для меня все родные. Дальний Восток потребляет у вас. Спасибо. Мужики, да, настоящие мужики мы. Казахстан с вами, а мы с вами. Поэтому, Анатолич, и еще тогда вот, ну, как бы, то, что начали говорить, то, что утром был вице-премьер, был министр транспорта, то есть это в репортаже пошло, но потом по технической причине, да, этот репортаж ушел. Да. Интересно, вице-премьером было все воспринято очень хорошо, министром транспорта отторгнуто было. Он с таким лицом подошел, да, прям как будто черт наладан на его, так сказать. Да, как ощущение, что я протяжен. Да, да, да. То есть начал говорить, да мы читали про вас, имея в виду, наверное, в онлайне, да, так сказать, о том, что здесь что-то иначе. Да, да, и вице-премьер сказал, есть поручение президента вывести транспорт на второй уровень, ее надо выполнять, и вы это решаете. А он там еще через губу, так сказать, это. Ну, опять же... Да, это предъявление. Опять, да. Просто, ну, надо вникнуть и... Даже где-то чиновники не особо так что поймут. Ну вот, друзья, Антон Иванович, я думаю, что давайте день сегодня для Skyway прожит не зря. Там же джунгли, зря я приехал глянуть. А это Барановский, друзья. Боровский, это Анатоль Боровский. Это книгу, которую Юницкого «Небесной дороги». Вот он здесь. Живой классик. Живой классик, да. То есть, поэтому, друзья, всем спасибо за сегодняшнюю работу. Всем, так сказать, это мы перед вами отчитались. Честно, так сказать, практически сегодня. Ну, 170 здесь постоянно потом посмотрим. Там, нет, а вы сейчас посмотрите, это же выход интернет. Да, сейчас эта статистика совсем другая. Я думаю, около 1000 человек сейчас. Вот, на рыбалку, говорят, пригласите Чижика, так сказать. Пригласим, я уже пригласил. Да, да, да. Вот, так что, друзья, видите, работа в таком режиме. Причем отсюда машины переедут еще на одну выставку, да, еще будет след. То есть будет здесь живой, но с другой стороны, то есть уже будет, это транспортная логистика, а там будет... Нет, это транспортная неделя, а там энергосбережение. Энергосбережение, вон, видите, 755 человек. А уже 755. Это другая статистика. Караулу стан сказали. Иначе катастрофа будет. Да, то есть, друзья, нам сказали, со стенда надо, так сказать, как бы съезжать. Так что все, друзья, спасибо за работу. Завтра я еще пока не могу сказать, буду я завтра на выставке или нет, потому что у меня очень важная завтра встреча в Москве. Поэтому, если Антон Дуаш завтра позволит и все как бы это, то я буду... Соответственно, если я буду в Москве, значит, традиционные вебинары... будут из Москвы. Если я останусь здесь, значит, друзья, уже по традиции с Алексеем я проведу из Юнибуса, Алексей у себя дома из Челябинска. Ну, друзья, вы сами видели, сами отработали, как все делается, как что происходит. Естественно, что следующая веха, то есть мы создали очень большое ожидание, мы создали очень большой предпосылок для того, чтобы в Марьиной Горке, когда начнется демонстрация, чтобы это все вызывало уже совсем другие желания, другие эмоции, другие, скажем так, ощущения. И я могу сказать, что все уже теперь этого ждут. Это как раз наша задача. Потом будут ждать следующее, когда мы будем увеличивать скорость, увеличивать грузопотоки, увеличивать все это, друзья, как раз так. А смена дисконта через 13 дней. Друзья, завтра мы на вебинарах с вами об этом обязательно проговорим. Ну все, друзья, спасибо, что вы были с нами. Спасибо, кто смотрит. Как всегда, строй Skyway, спасай планету.